И снова здравствуйте, дорогие зрители. Опять небольшое количество посылок набралось. Есть опять некоторые повторы, есть новые вещи, которые у меня в обзорах отсутствовали. Значит, ребят, да, просьба к вам есть небольшая. Вот есть группа ВКонтакте, да, она указана в описании к видео. А если вы что-то заказывали, получили, да, и это вам понравилось, ну, будьте любезны, сделайте несколько фотографий, разместите. Давайте помогать друг другу, показывать интересные вещи, которые стоит покупать. Вот на меня некоторые зрители ругаются, говорят, ты вот надоел со своими там телефонами, все одно и то же, одно и то же. Ну, ребят, в первую очередь я распаковываю все, что у меня приходит, потому что если вдруг вместо телефона здесь окажется кирпич, либо там будет какой-то косяк, да, видеозапись о распаковке, она поможет мне выиграть спор. Помимо прочего, да, распаковка телефонов, я показываю, что у меня они есть в наличии, и если они вам нужны, я могу с небольшой наценкой вам их продать. Интересная упаковка, интересно на чем, я не знаю, что здесь находится. Давайте посмотрим. Я ждал эту упаковку. Мне очень было интересно это попробовать. А почему мне это было... Так, ну, давайте начнем со сроков годности. Да, 8 месяц, 10 число, либо 10 месяц, 8 число. Нет, 8, 10 не может быть, оно еще не наступило. То есть, ну, достаточно свежие 2 месяца этому продукту. А внутри вроде как 100 грамм манго. Да, то есть это, по идее, тайский манго, который, ну, до безобразия вкусный. Который вот прям вот... только в Таиланде то, что вот надо. Значит, ребят, я распаковал упаковку, и это потрясающий запах. Я сейчас вот ее на камеру попробую. Видно вам? Нет? Да и ладно. Нет, ребят, это не тайский манго. Это филиппинский манго. Да не суть. Самое главное, что он вкусный. Ребята, это реально очень вкусно. Это очень сладко. У меня там сейчас Владимир Михайлович как раз на кухне кушает. Поэтому я пойду угощу моего младшего. Угощу супругу. Плюс покушаю сам. И мы вернемся дальше распаковывать. Эта упаковка, распаковка, да, пойдет в раздел «Еда». Ну, там сейчас, собственно говоря, небольшой спойлер, да, то есть часть той упаковки, 20 разных снеков, я уже покушал, я жив и здоров, да, скоро будет видео. Так, пойду ребенка угощать. Убрали лишнее. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас автомобильное зарядное устройство марки ROG. Два выхода имеет. Знаете, вот, что меня удивляет, вот он пишет, поставь там 5 звезд, бла-бла-бла, блу-блу-блу, надеемся на визит твой снова в наш магазин. Слушай, ну я у тебя заказал, да, 3 разного цвета, положит какой-нибудь дрянь в подарок. Нет, продавец жадный, ну да и ладно. А значит, что интересно... Пришел у меня резистор, скоро будем проверять, насколько они хорошо дают электричество. Ну, опять же, ждем. А скоро будет новое видео. Какая-то нехорошая личность украла у меня колпачок. Ну, возможно, я его и сам потерял. Вот, поэтому я себе заказал вот такие вот колпачки. Внутри, видите, у них видно вообще нет. Резиночка такая внутри. Вот, вполне симпатичный колпачок, есть разные на разные автомобили, на разные марки. Вот, если они вам нужны, ну, заходите, смотрите. Стоит относительно недорого.
Нравятся мне матовые силиконки, да, силиконовые бампера. Данный бампер на Lenovo Wipe Shot. Вот так вот будет в нем выглядеть телефон. Ну, вы знаете, да, вполне нормально. Самое главное, что стоит очень даже недорого. В подарок он кладет стилус, который втыкается в разъем от наушников. Даже не знаю, есть смысл это распаковывать или нет. Это тонкая броня на Asus Zenfone Max. Как бы у меня... Ух ты! Ребятки, а смотрите, что он еще положил. Дополнительно положил мне в подарок пленку. На кой лет мне пленку, только непонятно. Ну да ладно, положил, молодец. А давайте вот этот вот откроем. Есть у продавца два варианта упаковки. Значит, вот такая симпатичная, красивая, да, и вот такая вот простенькая. Ну, в принципе... Неважно, как упакован, да, самое интересное, что находится внутри. Это вентиляционный держатель на вентиляционную решетку, да, там для мобильного телефона, либо какого-то там другого устройства. А в предыдущих видео были подобные держатели, но у них здесь был шарик, который позволял их немножко крутить-вертеть. И из-за этого шарика они достаточно сильно торчали. А здесь такого нету, то есть вот максимально вот к решетке он будет прижат. А на самом деле очень удобно его использовать, но тут надо понимать, что вынуть на ходу будет, ну, немножко сложно. Поэтому если вы хотите использовать такой держатель, у вас должен быть там Bluetooth гарнитура, либо, ну, в общем, пользуйтесь Bluetooth, либо какой-то другой беспроводной штукенцией, ну, может быть, там и наушниками. Так, это в сторону. Посмотрим, что он нам еще положил. Значит, это стекла для 5 и для 6 айфона. Ну, я думаю, одно-то, наверное, точно надо будет вскрыть, посмотреть, что оно из себя представляет. Ну, смотрите, запаковано очень хорошо. Единственное, все-таки, вот как тут немножко могли бы они, наверное, отличаться не только наклейкой, которая идентифицирует, какое здесь стекло. Но при всем при этом, смотрите, голограммка есть, QR-код есть, инструкция, как все это дело наклеивать, есть. Так вот, не хочет по какой-то причине открываться по линии отрыва. Значит, что мы внутри имеем? Мы внутри имеем ну, не шибко я покажу, что значит полный комплект от ROG. Ну, вот, вот такое вот стеклышко. И полный комплект, находящийся здесь. Уж не знаю, что там находится.
видимо, от пыли, антистатика и прочие вещи здесь есть. Выглядит симпатично, выглядит прикольно, как будет на телефоне, ну, наклею, если на iPhone. Найду, кому отдать. Тогда покажу. Ну, заходите в группу ВКонтакте, там, собственно говоря, будут фотографии, вполне возможно, со смартфоном. Очень хорошая розничная упаковка. Я брал на распродаже, по-моему, ну, до сих пор там какая-то скидка есть. Нельзя у него по два сразу заказывать. Он не кладет в этом случае китайские палочки. Зачем мне, правда, нужны эти китайские палочки, я не знаю. Но вот если заказать одно, придется палками. Заказать два, ну, видите, приходит без палок. Значит, ребят, вот Airview, не знаю, как правильно сказать, но при всем при этом, если мы возьмем розничную упаковку, да, мы увидим то, что вот не упаковку розничную, а упаковку, в которую он пакует, да, мы видим то, что вот Airview, да, есть, адрес магазина есть, вот, стекла чем хороши. Я вот их беру в основном на Asus Zenfone Max, но у этого продавца я положу ссылку, а есть стекла и на другие телефоны. Стекла достаточно хорошие. Комплектация у них, ну, опять же, да, видите, поглотитель пыли, салфеточка такая вот терапичная, да, там и влажная салфетка алкогольная. Все это дело в розничной упаковке. Еще ни одно стекло не пострадало в пути. И вот что интересно, на, вот если мы возьмем Asus Zenfone Max, есть вырезы, в том числе и под камеру. Хотя зачастую вот их обычно не делают. Вот этот продавец мне нравится. Я могу его смело рекомендовать. Так, ну, смотрите, достаточно неплохо все это дело упаковано. Ну, да, ни пупырышек, ничего не было, но при всем при этом розничную упаковку имеет. Это можно будет вполне и подарить. Объединю я, наверное, два видео. Вот это с машинкой. И второе видео у нас самолетик. Да, все это дело сделано по одному и тому же принципу. Исключение машинки заключается в том, что ее повеселее будет открывать. Потому что если мы возьмем самолетик, можно было вот отверткой вот прям вот открыть все и вся. Здесь видите, да, то есть либо ты трубчатым ключом, либо накидным будешь все это дело разбирать. Отвертку уже не получится. Давайте, наверное, даже полностью разберем. У меня сил хватает и без инструментов, да, ребенку, ну, естественно, инструменты будут полезны. Вот так вот полностью мы разобрали данный автомобиль. Ну, точно так же его можно собрать. Ничего сложного, при всем при этом, ну, достаточно интересно. Ребенку, я думаю, будет очень даже занятно. Вот теперь мне самому повспоминать, как это собирать. Ну, да и ладно, соберу я это все дело не на камеру, а отдельно. Да точно, соберу. И отдам ребенку пока поиграться, пускай покатает как простую машинку, подрастет, ну, получит инструмент и будет все это дело разбирать. Засим. Все. Видео нравится, подписывайтесь на канал. Что-то там, вопросы какие-то задавайте без проблем. Можете всегда постучаться ко мне ВКонтакте. Есть у вас какие-то там, да, пришли по ссылке, интересные вам понравились, ну, будьте любезны, зайдите в группу, оставьте отзыв, да, людям будет полезно, с вас, ну, немного времени это займет, да, потом будут какие-то, я думаю, наверняка розыгрыши за отзывы.
Ну что, до скорых встреч, всем удачных покупок и быстрой доставки. До свидания.